Курские наркополицейские собрали рекордный урожай. Вырос он прямо в огороде жителя Обоянского района. Правда, процветало подпольное сельское хозяйство недолго. Коноплю, которую мужчина выращивал в промышленных объемах, теперь уничтожат. А горе-аграрию грозит реальный срок лишения свободы. Нелегальная плантация жителя села Горяйново насчитывала почти 1500 кустов конопли. По словам специалистов, из этого сырья могло бы получиться около 100 килограммов готового наркотика. Такое масштабное производство в регионе выявлено впервые. Между тем, идея превратить огород в источник дохода, как поясняет сам подозреваемый, возникла совершенно случайно. Вот конопли себе насобрал, в мае 2014 года кину себе по огороду, попробуй, что там получится. У следствия на этот счет другое мнение. К тому же последние 10 лет подозреваемый провел в колонии строгого режима за убийство брата. После освобождения стал заниматься сельским хозяйством. Правда, культуры выбрал запрещенные. Помимо конопли, оперативники изъяли около полусотни кустов мака. А вот о конспирации наркоаграрий не позаботился. Растение высотой 2,5 метра не смог скрыть даже этот забор. Урожай, естественно, привлек внимание наркополицейских. В ходе оперативных мероприятий у данного гражданина было изъято порядка 500 грамм уже готовой к использованию и употреблению наркотического средства марихуаны. Пока версия подозреваемого заключается в том, что все это добро он приготовил для личного употребления. Но мы эту версию сейчас проверяем. Максимальная санкция, предусмотренная за выращивание и хранение наркотических веществ в крупном размере, до 10 лет лишения свободы. Так что в ближайшее время на огороде селянина, скорее всего, будет расти бурьян. Окончательную меру наказания для него определит суд, пока мужчина находится под подпиской о невыезде. Кристина Кононова, Геннадий Воробьев, телеканал «Сеем».